Грандиозная победа футбольного клуба «Нарт» над Ставропольской электроавтоматикой завершилась со счетом 5-0. Несмотря на разгромный счет, игра была напряженной, и накал страстей не угасал на протяжении всего матча. Подробности у Альбины Курачиновой-Кенжевой. Очередной раз в столице Карачаева-Черкесии на стадионе «Нарт» праздник футбола. Сегодня ФК «Нарт» принимает в гостях Ставропольскую электроавтоматику. Какой же настрой у болельщиков и каким будет полуфинал, мы узнаем прямо сейчас. За кого болеете? За «Нарт». Каким будет счет? 3-0. Скажите, пожалуйста, какой настрой у вас сегодня на игру? Замечательный. Победа будет за нами. Счет, я думаю, 3-0 будет в нашу пользу. Спасибо. Черкес выиграет, «Нарт», сила. Давай. Пообщавшись с болельщиками, мы успели посмотреть и предыгровую тренировку футболистов «Нарта». Ребята настроены по-боевому, так как в прошлой игре в Ставрополе был проигрыш со счетом 3-1. Команды на поле, поддержка трибун слышится с первых минут матча. На 14-й минуте первого тайма в ворота электроавтоматики назначен пенальти за грубую игру. Пробивает уверенно и четко опытный бомбардир Азамат Курачинов. Мяч в сетке 1-0. С таким счетом команды отыграли первый тайм и ушли на перерыв. Были острые моменты, была борьба и желание забивать у обеих команд. Самое главное, чтобы как «Металлург» Магнитогорск, чтобы они выиграли, добра им, самое главное, сам «Черкесска». Как вам первый тайм, как игра? Первый тайм сложный, но забили первый гол. Как вам первый тайм? Нормально, хорошо. Да, тяжело было, но забили. Да. Как считаете, каким будет счет? Ну, счет 2-1. Команды на поле, свисток арбитра, второй тайм. И на 47-й минуте автором гола становится снова Азамат Курачинов. А на 60-й минуте гол забивает Ахмат Джанкезов. Нартовцы дарят болельщикам, не забывая эмоции от игры. Ставропольцы хотят забить, но тщетно. И уже через 5 минут кожаный снаряд снова в сетке. Забивает капитан Нарта Вадим Абидоков. Счет 4-0. А на 85-й минуте матча автором гола становится Григорий Тарнов. Как же хотят забить соперники, обостряя игру. И даже пенальти, назначенные ворота «Черкесска», не помог ставропольцам, так как игрок электроавтоматики не смог совладать со своими эмоциями и пробил 11-метровый выше ворот. Ликует стадион, фанаты ждут фото с любимчиками, а также автографы от команды. Мы успели пообщаться с руководством клуба и игроками. Я очень рад, что мы собрались и доказали, что мы сильнее. Но здесь наш дух сыграл, дух выиграть. Дух быть первым. И Бог даст, мы будем сейчас в финале играть. Дай Аллах, чтобы нам повезло. И Всевышний нам поможет. Мы выиграем. Мы сильнее. Спасибо. Спасибо всем зрителям, которые пришли. Хороший матч, хороший соперник. Спасибо большое нашим болельщикам за такую поддержку. Благодаря этой поддержке у нас не заканчивались силы, мы шли вперед. И как бы все получилось. Матч очень тяжелый. Удачно все сложилось для нас. Мы забили 5 мячей, порадовали наших болельщиков. 7 октября в 16:00 состоится первый финальный матч со «Строителем» из Каменск-Шахтинска. Команда ждет зрителей и болельщиков на стадионе. Альбина Курачинова-Кенжева, Ренат Муков, «Вести», Карачаево-Черкесия.